Всем привет! 5 сентября, плюс 18 градусов. Начинаю очень интересную неделю. Сегодня вторник. Сегодня интервальная тренировка, 3 интервала по 1600 с отдыхом 400. И завтра переезжаю в Одессу. Там проведу темповую тренировку 3 километра с темпом на 5 километров. И длительно это будет полумарафон в Одессе. Полумарафон я не рассматриваю этот как бег на результат. И отдельно к нему не готовился. Просто взял программу подготовки к марафону. Отмотал на несколько недель назад. Прошлой неделе это по 4-й неделе готовился. Эту неделю беру за базовую 5-ю неделю подготовки. Да, это в корне неправильно. Но посмотрим, что получится. Погода хорошая, не жарко, побежали. Разбежался 2 километра, где-то 6.10, 6.15, ну и побежал. Первый отрезок 4.55, 6.0, потом отдых 400 метров. Второй отрезок опять кило 600. Но уже чуть быстрее, 4.55 бежал, опять 14 минут отдых, и уже на третий, после километра, пульсометр мне сказал, что пульс 170, для меня сейчас, особенно в день старта, это красная линия, сейчас заминочку делаю, ну и хорошо, в прошлый раз я пробежал всего лишь 2 отрезка и все устал, делал заминку 2 километра. Бежал медленно, 6.45 где-то, пульс упал сначала до 136, потом опять к 150, подобрался. Вообще пробежал 9 километров за 53 минуты. Посмотрел темповые характеристики ускорений. Ну да, бежал где-то, ну, максимально до 4.40 там. Ну а в среднем где-то 4.50-5.0. Это очень хорошо. Но все равно бегу сейчас до пульса 170. Средний темп вообще всей дистанции вроде бы 5.53. Ну, очень доволен. Хорошо прошла тренировка. Теперь в Одессу. Может, завтра восстановительную проведу, чтобы не терять километраж за неделю. 6 сентября, плюс 16 градусов, стадион Метеорит. Сегодня легкая восстановительная тренировка, километров 5-6 по пульсу. И на поезд, на Одессу, на полумарафон. Пробежал 6 километров, очень-очень ровно. Средний темп 6.52, вообще без единого рывка. За 42 минуты все это дело. Как по мне, так идеальная тренировка. Мало того, 6 километров эти, ну 5.5 пробежал с первой пульсовой зоны, только в конце 6 километра вышел из нее. Очень отлично. Едем в Одессу. 15 часов поездки вот в этом поезде прибыли в славный город Одессу. Город-герой. Что нас ждет в этом городе? Прежде всего полумарафон в воскресенье, 2 похода в театр и множество гастрономических и исторических ценностей. Одесса, 8 сентября. Плюс 16 градусов, 2 дня до старта на полумарафон. Бегусь, решил пробежаться площадь. Бежал на Успенскую улицу, это 2 километра. И сейчас в парке Шевченко. Буду искать дорожки для бега нормальные. Пульсометр забыл, бегу так, по ощущениям. 5 минут 32 секунд. Такая хорошая дорожка. Позволил себе даже чуть ускориться. Ну, приятно бежать.
набежал я то, что было по заданию. 3 километра. С темпом на 5.0. Набежал где-то 5.0, 5.10. Ну, нормально, сейчас заминка. Ну, тяжело было бежать здесь. Неровная дистанция. Спуски, подъемы небольшие, но чувствуется. Заминку сделал всего лишь 1.5 километра. Потому что назад было бежать только вверх. Сейчас, ну, иду к улице Успенской. Это все время в гору. Ну, очень хорошо. Сначала разбежался, пока добежал до тропы здоровья 3 километра. И потом попробовал выполнить все-таки упражнение этой недели. 5-е, по-моему. Не торопясь разбежался. Ну, в конце концов, бежал даже 4.45, 5.0. Ну, будем считать, выполнена темповая тренировка. Все, послезавтра старт на полумарафон.